Содержать мусорные контейнеры в чистоте, не прикладывая особых усилий, в Люберцах это стало возможным благодаря современным технологиям. В округе появился передвижной суперкар, который обрабатывает и моет емкости для сбора отходов. Наша съемочная группа увидела, как работает уникальная машина. Всего несколько нажатий кнопок, и механизм готов к работе. Предварительно опустошенный контейнер погружается в спецавтомобиль. Пару минут внутри устройства, и он выходит чистым и продезинфицированным. Автомобиль для мойки мусорных контейнеров – явление уникальное. В России таких всего три. В Московской области городской округ Люберцы первым протестировал возможности техники. Мы обработаем городской округ Люберцы, поедем по следующим муниципалитетам, потом опять вернемся в Люберцы. Плюс работает не только одна машина. Бункеры обрабатываются на производственных площадках наших. Они забираются, обрабатываются и возвращаются на место уже вымытые, чистые и продезинфицированные. За один день передвижной суперкар способен вымыть до 240 баков. В городском округе Люберцы установлено 5000 мусорных контейнеров. Для того, чтобы каждый прошел обработку, спецтехника будет работать каждый день без выходных. Конструкция автомобиля такова, то что сброса грязной воды не происходит. Автомобиль имеет две цистерны. Одна с чистой водой, другая цистерна для грязной воды. Дезинфицирующий раствор и все оставшиеся фракции, они остаются в автомобиле и потом сбрасываются и утилизируются в специальных местах на сортировочных комплексах и на полигонах. Дезинфекция контейнеров сейчас тема актуальная. Но представители регионального оператора подчеркивают, приобретение спецавтомобиля не связано со вспышкой инфекции. Передвижной суперкар будет курсировать по округу постоянно. Луиза Егазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ.